ожидаю аэродром, подхожу к лесу, продолжаю сбрасывать высоту, избыток у меня немножко, ну, нормально, и прижимаю склону, сейчас от склона выполню четвертый, да, ветерочек не очень сильный, поэтому незачем совершенно, оп, ну, пройду низко над лесочком, можно, чем ниже пройдешь, тем меньше у нас останется энергия. Вот у нас наш друг. Висим. Оп! Ну, красота ведь. Ну, сейчас немножко проедем. Вот как раз по бокам та самая трава, которая заставила вчера пилота сделать циркуль. Ну вот он, справа зацепился как раз, да. Видно, что довольно приличная высота травки. Мне удалось удержать крыло. О, видишь, как можно красиво. Бэм, вот теперь оно зарылось в травку. Ну да, слушай, если цепанулось бы на скорости, то и нас бы завертело. Так, можно было заходить на чуть ниже скорости. Перебрал я все-таки, наверное. Но в целом нормально. Оп. Лучше перебдеть, чем не добдеть. А это точно. Закрываю тормоза. Еще раз осматриваю полосу. Пробку, любуюсь на то, что мы не в ней стоим. Это были вот эти длинные выходные, сейчас все едут домой. Угу. Видишь, даже конца этой пробки не видно. Да. Это из-за ремонта моста. Аэродром чистенький, колдун показывает чистый север, причем достаточно, ну, не очень сильный, 24 км в час, но лучше будет красиво зайти, чем рисковать, согласен? Теперь рация включена. Тормоза выпускаю, немножко снижаюсь. Ну вот, скорость 130. Сейчас буду делать доклад. На какой высоте начинается ходить? А? На какой высоте начинается посадка делать? 300 метров, но сейчас мы пониже, мы покороче заходим. Докладываю. Сэр Лоботинди, Виктор Даунвинд, Клендинг ду Норд. Избыток у меня в скорости, сбрасываю ее полностью интерцепторами. Наблюдаю аэродром, подхожу к лесу, продолжаю сбрасывать высоту. Избыток у меня немножко, ну, нормально. И прижимаю склону, сейчас от склона выполню четвертый. Да, ветерочек не очень сильный, поэтому незачем совершенно. Ну, пройду низко над лесочком. Можно, чем ниже пройдешь, тем меньше у нас останется энергия. Вот у нас наш друг. Висим. Оп! Ну, красота ведь. Ну, сейчас немножко проедем. Вот как раз по бокам та самая трава, которая заставила вчера пилота сделать циркуль. Ну вот он, справа зацепился как раз, да. Видно, что довольно приличная высота травки. Мне удалось удержать крыло. О, видишь, как можно красиво. Бэм, вот теперь оно зарылось в травку. Ну да, слушай, если цепанулось бы на скорости, то и нас бы завертело. Так, можно было заходить на чуть ниже скорости, перебрал я все-таки, наверное, но в целом нормально. Оп. Лучше перебдеть, чем не добдеть. А это точно.